Деревня Мишнева развивается с каждым годом. В День деревни подвели итоги проделанной работы и отметили местных жителей, которые вносят свой вклад в развитие и процветание родной деревни. У нас здесь живут очень активные жители. Вот одного из них сегодня Андрея Сергеевича Сулимова, да, награждали памятным подарком. Вот он, знаете как, он неравнодушный. Он где прошел, что увидел, сразу мне пишет. Надо сделать, надо сделать. И вот как бы те же народные тропы, которые появились на сегодня, они как бы появились в том числе и благодаря ему. Творческие коллективы домов культуры Гребнева, Литвинова, Трубино, Богослова выступили на празднике с концертной программы. Маленьких жителей и гостей деревни ждали мастер-классы, аквагрим и другие активности. Спасибо большое за такую организацию. Очень все за душу берет. Это сейчас очень важно, особенно донести до детей, до молодежи, то, что вот это наша земля. Наше все родное. День деревни – теплое торжество для большой семьи односельчан. Добрый повод собраться вместе. Евгения Корытько, Андрей Цеханович, Валерий Жиглей, Щелковское телевидение.